У Маргариты Николаевны день рождения. А это ее квартира отремонтированная. С новой мебелью. Интерьерчик. Пошли. Цветочек. Вот как у нее все красиво. Цветов, коллекция дарил. Картин. Дед дарил. Васнецов, Шишкин. Скромное угощение, очень приятное. Красивый столик, книжка на счастье сидит. Это доченька. И тут стенка тоже. Доченька там пришла, наверное. Здравствуйте. Вот, Ирочка, пришла доченька. Разволновалась. Кинорежиссер будущий. Я пока не снимаю еще. Вот пальтишко повесила. Сейчас шапочку снимет. Комментарий нет, сейчас платок сниму. Ничего, не знаю. Ну да ладно, давай. Мамочка рада, что дочка пришла. А как же. Подарок вот одела. Да, очень даже приятный подарок. И нравится нам, да, дочь? Очень хорошо, красиво. Очень, мы любим подарки. Нам все нравится. Ну давай, давайте я принесу сейчас. Иринка сидит в своей любимой оригинальной позе. Вот так вот, как кошечка. Все, уже так не сажаешь, что уже не сидит, уже встает. Все. Несколько теплых слов, правда. Очень даже хорошие такие стихи, редкие. Сама тетя Таня тут сочинила. Значит, посвящение, ритм. Смотри вперед сквозь чащу бед, ведь впереди всегда просвет. И пусть пройдет немало лет, все будет, сбудется, придет. Ты Полякова. Спасибо. Ну, стоит выпить за это. Царица. Да, тоже царица. Ну, выключай ее. Приятно. Паузу давай. Бутылка оказалась секретом. Не так-то просто попробовать ее содержимое. Ну. Не наливается. Ну, вот видишь, вот опять. Вот капнула. Сейчас еще капнет. Капли. Капля за каплей, полная рюмочка будет. Вот так рюмка. Ой, то есть бутылка. Ну это вообще. Одну, главное, она льет, а одну это. Может, вот сильно не пили? А чтоб много не пили. Да, ну, нет. Это крест сильно бывает. Ой. Кровать эту снимешь. Незабвенная наша. Три охотника на боку. Дело же три охотника. Ой, три охотника напились, пьяные валяются на боку. Коньяк царица с пятью медалями. Вот что мы пьем. На травах нацелебных настойный. Да-да. Душа молодеет. И вообще хорошо. Ну. И сердце хорошо работает. Рита увлеклась, смотрит фильм про любовь. Про детей. Про любовь 15-летней девочки. Да. Девочка исчезла на ночь. Никто не знает куда. Похоже не на одну ночь. Где же девочка? Рита, ты помнишь себя в 15 лет? Ты исчезала на ночь? Нет, помню, не исчезала. Не было, не было. На одну не было. Сейчас пока не красная калина вызрела. Калина красная. Калина. Я у залёточки характер вызнала, характер вызнала, характер у
я не уважила, а он пошел с другой, а он пошел с другой, а я не спорила, так значит он второй, а я не спорила. На второе были голубцы. Голубцы кончились. На третье пельмени. На третье стряпается пельмени. Скоро будем кушать пельмени. А вода уже на пельмени. Да, вода уже вот скоро закипит. Все. Сейчас мы закончим. И царицы на устах. Сейчас быстренько доделаем. Тут немножко осталось. И сядем за стол опять. Опять. Праздник желудка сегодня. Праздник желудка, да. Надо ему когда-то попраздновать. Да уж. Раз, два, и готово. И пельмени на столе. Да, пожалуйста. И царица их поджидает. А я вот скорее. Завтра толстая буду. Говорили, после 7 часов не есть, я наелась. Пожалуйста. Да еще такое количество пельменей. Да. Вкусно. Нравится? Естественно. Ну что, мама, накормила дочку? Не только дочку, всех накормила. Приходите чаще, будем угощать. Да, учтем ваши пожелания. Да, да, да. Мишку тоже гостям. Накормили? Мы рады гостям. А Мишку накормила ты? Вот, у нас Мишка белый, еще где-то пилечка должен быть у ляхи. Дочка надо привезти сытая, пилечка. Довольная. Дочка сытая, довольная, а тарелочка-то пустая. Ира, где пельмени? Все скушала? Все. Молодец. А тут мама хлопочет, посуду уже моет. Да, чай пойдем пить. Ох, еще и чай сейчас будем пить. Чай будем пить.